Меня зовут Алексей Ницца, и вы смотрите видеоуроки Теплицы социальных технологий. Сегодня я расскажу о том, как обучать веб-безопасности тех пользователей, у кого есть аккаунт к вашему сайту на WordPress. В первую очередь, это ваших коллег. Плагин Hello Security делает очень простую, но важную работу. Он добавляет в административную панель рекомендации по веб-безопасности, которые так актуальны для тех, кто имеет непосредственный доступ к вашему сайту. Для начала нужно установить этот плагин. Для этого я перейду в раздел установки новых плагинов и в поисковой строке введу название Hello Security. Далее я устанавливаю и активирую плагин. Теперь в административной панели будут всплывать различные советы по безопасности, которые можно сразу же внедрять в свою работу. Среди советов есть, например, такие. Используйте разные пароли для разных аккаунтов. Вместо вашего адреса электронной почты укажите на сайте форму обратной связи. Не забывайте делать бэкап важной информации и проверяйте права доступа и так далее. Таким образом, с помощью простого плагина Hello Security вы поможете себе и вашим коллегам узнать больше о веб-безопасности и защитить ваш сайт на WordPress.